Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Вушка, мы про... Ой, хорошо, все, больше не буду. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами я, Эван. Мы продолжаем играть на сервере, смотрим там номер 3, все как всегда. Все, не буду в описании ролика вставлять, смотражи мне не платят. И мы продолжаем здесь играть, и сегодня я вам расскажу о подгонах, о вообще где я пропадал, и т.д. и т.п. А почему я не вставил их в отдельный ролик? Потому что их очень много, и я тупо не мог... Этот, блин, было бы полуролика тупо с подгонами, полуролика обычного. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Очень много вы мне надарили, а я, Вушка, как всегда, забыл, блин, о всем рассказать. Я мог, конечно, не записывать этот отдельный видос, но он будет долгим, наверное. Вот. Но многие игроки, которые подарили мне очень еще давно подгоны, я за них, если честно, даже и забыл уже. И вот я хочу вас отблагодарить. Так что давайте начнем, давайте я остановлюсь, потому что здесь дрифтить и говорить что-то и не забыть, это прям такое, выписано на листочек. Кто что дарил, ники пацанов. Вот. И как видите, вообще давайте отойдем от темы. Я еще на чарджере, на ОММ. То есть коллекция еще не продана. И чувствую, кстати, да, одного игрока, ну, у меня было два потенциальных покупателя, как я вам говорил. В одного он, короче, его обманули, и что, он, короче, нету у него денег, а второй передумал. И Вушка, короче, красавчик. Давайте так, если на момент данного видоса, если не ошибаюсь, и все пойдет по плану, этот видос, вообще каждый видос у меня выходит через день, то этот видос выйдет 6 августа. Если до 6 августа я не продам свою коллекцию, то я, короче, устрою аукцион, на стриме сделаю стрим, ну, я это все видос запишу предварительно за день, за два. Запишу видос, что там-то будет, например, даже можно на вот этой красивой парковке, мы здесь ни разу не делали аукционы, сделаем аукцион на автомобиле, например, я выпишу каждый автомобиль, посчитаю там со скольких начнем торги, и игроки будут предлагать, именно это все будем делать на стриме, потому что в чате это не уследишь. Но это уже более подробно в том видосе, а мы будем про это. Короче, если не продам, то вы сможете быть на аукционе и купить одну из данных тачек. Короче, пацаны, теперь давайте к теме. А, ну ладно, не к теме. Я такой хитрый, посмотрите просто в чат, да? А, в чат вы не видите. Короче, справа у меня 27254. Такое. У меня был... Я, короче, уехал. Мне накопилось где-то 1.5 лимона, нормально. Посмотрите, как я... Вот напишу, например, 3 единицы, да? Посмотрите, как я подписано. Хитрый. Короче, я подъехал... Когда я... Ну, приехал 1 августа, считайте. Но я потом еще... Но я потом еще уеду, вот. И я по приколу подписался хитрый, чтобы собирать коробки, ездить, и меня никто не запалил. Потому что все ждут, когда я приеду. А я, короче, не хочу палиться. Короче, пацаны, если я не ошибаюсь, самый первый подгон с этой линейки, это был еще 7 июля. Скажешь, Вушка, ты чё, уже скоро месяц, этот игрок мне писал в F9 и в комментариях, но я про него забыл. Это игрок Баев, и он мне подарил 5 миллионов. Это еще было до того, как я выложил видос со свадьбой, ему обещал где-то после день рождения, после 12-го, в итоге, сегодня 1 августа, я про него вспоминаю, то видос выйдет 6-го, как раз месяц пройдет. Короче, сейчас вы увидите видос, как он мне подарил, и чё, да, как. Так, пацаны, мне Баев написал, что скинет 5 миллионов на счет. Сейчас посмотрим, он додержит своего слова или нет. Я... Мне просто интересно. Так, вот это было странно. Да ну, он не скинет 5 миллионов, серьезно. Прикол сейчас, хотя пацаны Чарони, может и скинуть. Серьезно, 5 миллионов? Ну такое, Баев, спасибо. Думал, не скинешь. Скинешь от души. От души. Короче, пацаны. Да ё-моё. Он, короче, писал пацану RCXXXX. Сорян, Дарк. Короче, он писал,
типа, помогает, я так понял, моим имущим или это его друг? Скорее всего, помогает. Я написал, типа, я тоже малоимущий, типа, а Дарк возле нас ездил, говорю, типа, Дарк, а М5 не моя. Говорю, поможешь? Он такой, снимаешь? Говорю, типа, нет. Он говорит, ну, будешь снимать, напиши мне, и я тебе скину 5 миллионов. Я говорю, типа, ну, давай, я уже снимаю. И он, типа... такой, как, говорю, типа, черкай или слабо, он такой написал, он такой тупо подошел и скинул 5 миллионов. Просто пу! Продолжаем. Дальше, ну я не буду уже, тут здесь разброс, короче, будет. Мне подарил игрок Фризер 1 миллион. Ну, он не подарил, вот, если кто состоит в моей беседе, там ссылочка в описании ролика, вступайте, кто вышел. И кто не зашел еще, заходите, мы там общаемся все вместе, вот. У его посадили там на 7 дней, короче, это своя схема, там очень долго рассказывать, вот, но не, я скажу, что неоправданно 7 дней посадили, вот. И он сидел, и один раз он написал, типа, угадайте, сколько мне осталось часов, типа, отсидеть. Вот, и мы тупо угадывали, я угадал, он такой сказал, типа, я дам 500 тысяч, кто угадает, а потом говорит, типа, ну ладно, не 500, лям. Я, короче, угадал. Вот, ну как угадал, вспомнил все цифры, писал, короче, и угадал, вот. И он мне дал лимон. Это раз. Потом мне игрок сегодня, вернее, 1 августа, игрок Пилот подарил мне 500 тысяч. О, кстати, да, вы видите, это все в скринах на экране. Потому что пацаны мне писали, типа, записывай видос, но записывай видос при больших подгонах. А так, когда деньги, я просто вставляю скриншот и упоминаю вас. Вот. Мальчик-брокер. Не, давайте мальчика-брокера оставим наконец, короче. Еще мне Бах подарил 24-го и Юля 1 миллион тоже. Короче, 26 июля можно записать как мой самый везучий день, потому что 26 июля я катаю себе без настроения, кстати. У меня вообще было так. Спасибо. Оповещение, извиняюсь. Короче, мне было настроение просто выжми и выкинь. Просто вот так. И мне игрок... Блин, чего я там всегда бегаю? Вот. Игрок Марабу. Говорите, типа, давайте подгон сделать. Какой? У меня еще, кстати, было... у меня сейчас 0 мест, да? А у меня было 2 свободных мест. 2 свободных места. Хотя не 2. У меня было 1 свободное место, потому что 1 место у меня занимал Марк, который я должен был отдать Димону за именной. Вот, кто не смотрел видос про именной номер, ссылочка в описании ролика. Вот. И... он, типа, я хранился. Он говорит, типа, го тачка. Думаю, ну го. Главное, чтобы не ведро, потому что я не хочу засаять свои слоты, потому что у меня и так жигулей прям выше крыши. Я такой, ну окей. Он мне подарил акушку. Акушка обычная, стандартная, без номеров, без винила, без дисков, без тонера. Просто стандартная АК. Я такой, ну спасибо. В итоге минут через 5 мне пишет игрок с ником Принц. Я такой, давай я тебе подарю приору. Я такой, ну го. В итоге я говорю, блин, он хотел сначала, написал, потому что го подгон. Говорит, не тачка, надеюсь, он такой тачка. Говорит, ну приора, я говорю, ну ладно. Все равно акушку подарили, блин, она мне просто без дела будет валяться, а потом ее солил, скорее всего. И он мне подарил вот эту приору. Где-то у меня одна приора есть. И вот, вот эту. На дисках, не знаю, что это за диск, у меня такие же диски стоят. На вот этой шестерке, где она? Вот это на... вот это, шестерка стоят, такие же диски. ММР 004-97, да? И вот стоит у меня еще одна приора в автопарке. ММР 887-777. Короче, на ММРках у меня приоры. На зеленом, короче, винили за полторашку. Вот, на фулл тюнинге, на номере, на дисках. И на зеленом ксеноне. Короче, нормальная приора, но потом я ее переделаю, конечно. А может, не переделаю, может, это будет фан приора, вот это типа стиль приора, который Бонд мне еще давно подарил. Вот, но это было 26-го, да? Давайте вернемся в 14-го. И 14 июля мне после дня рождения, он не успел, он, этот же игрок, Принц, подарил вот эту четырку. На номере УКР 3 8 116. Кто-то мне, кстати, еще хотел подарить Жигулина в полублате, но я уже не помню его ник, он так и не подарил. Но прикол в том, что это у меня уже вторые Жигулина полублата, потому что у меня есть ЕКХ 777 и УКР 888.
Я, конечно, ничего не подстрекатель, но четырка ничего не означает, но укр, это типа украинец, да? Хорошо. Три восьмерки это типа, ну не знаю, как объяснить. И 116-й регион. Этот регион меня вообще преследует на тачках. Вот раньше у меня было на первом сервере очень много тачек на 116-м регионе. Также у меня и на третьем сервере на 116-м регионе было. И вообще, как вы знаете, я был, ну, вообще в отпуске, ездил на море, вот. Я ходил в аквапарк. Давайте отойдем от темы, тут еще 116, да? Продолжим. Ходил в аквапарк. Кто был в аквапарке, знает, что там, типа, каждому выдают такой браслетик. На браслетику написано там циферка и, ну, браслетик резиновый, и в нем встроенный чип. То есть ты этим браслетиком можешь пойти купить себе, расплатиться, ну, предварительно закинуть туда бабки. Вот. Извиняюсь, что я заговариваюсь, потому что давно не играл, не записывал. Вот. И можешь открыть себе сейф, закрыть, можешь там оплатить то, можешь зайти там на горку, там, типа, соглашение дать. И я смотрю, у меня 116-й, короче, номер. Я так, вы что за фигня, что за... В МТА регионы 116-й вечно выпадают. И еще браслетик 116-й такой, what the fuck вообще? Я такой, ну ладно. Короче, такая четырка прикольная. Чисто черная, в хлам. Так, продолжаем дальше. И самое жесткое, как вы поняли, это мальчик-брокер. Мальчик-брокер. Или просто брокер. Я просто покажу вот это. Вот это. И 3 миллиона. И смотрите видос. Просто пипец. И он все еще не вышел. И хочет поделить керик. Керик, мать его. ЕКХ 797. А, вор. Да ну, это бред. Да, пацаны, я не верю. Обмен! Чё ты творишь, мальчик-брокер? Ёпара, сука. Я просто стоял. Офуми запрещено разве спросить у игроков что-то. Погнали за Брабусом. В смысле? Чё, ещё что-то? Ну, пиздец. Бля, келик. Келик, мать его. Ну хоть без СГУ, если бы он СГУ был, я бы вообще в шоке. Airfuel 90 литров? Он чё, в сосну ударился? Какой аэро? Какой гелик? Эвушка, просыпайся. Да ну не может быть такого. Вор 797. 65-й, тонированный в хлам. Пацаны, я не подстрекатель, но, сори, но я солью бензин 90 литров. Это всё-таки очень большие деньги, я лучше заправлю 89 тысяч на бензин. Заправлю лучше 98. Сколько здесь бак? 96 литров? Да, видео. Мальчик-брокер просто 2,5 кака мне надо для моего веса. Выйдет хз. У меня просто ролики готовы до второго этого.
август, августа. Но я постараюсь влепить скоро. Без этого никак. Пацаны, я не подстрекатель, но он поехал в банк. Нафиг, если он мне еще денежку переведет, я... Он подошел к банкомату, пацаны. Я просто боюсь. Сейчас прикол, 40 лимонов. Или 2,5. Не, не надо, пацан. Считай, я уже лайк поставил. Араб, да, привет, хорошая. Фух, он не перекинул. Ну нафиг. То гелик подарить, ё-моё. Я просто играл на CCD, на смотре. Ну тупо были деньги, но я себе жалел. Не покупал его. Тут и мать его гелик подарили. Знаю, я вас поставлю потом три лимона. Просто не понимаю. Просто не понимаю, что за разрыв. Просто считайте. Сейчас я вам покажу. Мне подарил пацан с ником, где он? Марабу подарил мне окушку. Я не смог ее показать, потому что я обменялся на приору. Мне пацан с ником Прайс, мой давний подписчик, подарил вот эту, где она? Мать его, приору. На виниле, на номере ММР-04, вот. А, бля. Подарил приору, понимаете? Потом я катался на своем GT-шке. И тупо думал, вообще состояние очень прям. Я тупо думал, вот какой гелик купить. Прям и как раз подъехал этот пацан на гелику. Я такой думаю, блин, купить бы гелик, что ли, как приеду с отдыха. Но нет, он такой, го, типа, начинай бандикам записывать. Сейчас увидишь. Я такой думаю, ну ладно, может разводила. Ну просто мне уже раз хотели гелик подарить, и не только гелика, 13 миллионов игр, 8, вы сами помнили. Но они тупо всегда писали, выходили, этот сказал, типа, штрафы. Я такой, ну поехали, платила штрафы. Потом поехали на БУ. Он ехал на разных дорогих автомобилях. Потом он написал, кстати, пробег 12 тысяч. Потом он мне написал, типа, гелик задолбал, надо помочь. Плюс 120 миллионов. Сняли бабок. Давайте в пол посмотрим, что максимал. 365. Нормуль. Гелик на Аэро 400 ехал. Вот. Типа, 120 миллионов снял, и, типа, нифиг, мощный, молодым. Да. Я думал передать им GT-шку, которую мне подарил Олежка. Это еще норм. Но когда он тупо подбежал и сказал, го, подарю, я офигел. Короче, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Подгона вышла на 25 миллионов. Я бы не сказал, я вообще офигел. Ну там еще, если так все посчитать, то больше, чем на 25 миллионов. Ну Хаман, я сразу говорю, я буду переделывать гелик, потому что он мне не нравится. Так что ждите следующий видос. Следующий видос выйдет через день, то есть 8-го. Если ничего не поменяю, не влеплю туда еще один видос. Вот, так что ждите видос, мы его переделаем немножечко. И там будет, наверное, скорее всего, что-то интересное, потому что я, возможно, вот, поменяю на него номера. Короче, я думаю поменять, потому что, типа, она тупо, но в тот же момент я не хочу менять, потому что я, когда буду собирать новую коллекцию на гелик, наверное, новый номер влеплю, а не этот. Короче, такое. Вы поставьте лайк, подпишитесь на канал. Потому что при каждом выходе видоса у меня какая-то фига, все меньше и меньше подписчиков, а не наоборот. Пишите интересные идеи для роликов, я также задумаюсь о них. Вот. Скорее всего, запишем скоро гонки на желание, если вы напишите желание. Вот. Наверное, запишем, кто хочет стать миллионером, потому что вы очень ее хорошо поддержали. Наверное, этот видос вышел уже минут на 20. Пока я здесь говорю. Короче, не буду вас задерживать. Всем удачи, пацаны, и всем пока.